Здравствуйте, дорогие телезрители телеканала CBC. Я принял эстафету от своего коллеги Михаила Алтухова, который продемонстрировал нам невероятный фокус в домашних условиях. Так сказать, ловкость рук и никакого обмана. Сегодня же я продемонстрирую вам, чем еще можно занять себя дома, находясь на карантине. Для этого мне понадобится мой верный друг, который всегда может поднять мне настроение. Это моя гитара, для того, чтобы музыка всегда оставалась рядом со мной. Я решил исполнить для вас песню, на которую сам недавно наткнулся, и которая, по моему мнению, является наиболее актуальной на сегодняшний день. Давайте послушаем. Her yerde korona tehlikesi var. Onun için evinde kal sana kurban. Virus bakmır ne koca ne cavana. Sen de tedbirini al sana kurban. Özünü düşünmürsen sesene gel. Aileni adına sal sana kurban. Sabredek bu günler gelip geçecek. Ona göre evde kal sana kurban. Hey! Sen ailenin yanında kal yinen sana kurban. Virusa karşı tedbir al yinen sana kurban. Çöle çıkma evde kal kal yinen sana kurban. Как-то так, дорогие телезрители. Оставайтесь дома, чтобы обезопасить себя и своих близких. А я передаю эстафету своей коллеге Лейле Курбановой и своему учителю по гитаре Самиру Салахову. Не болейте, берегите себя, оставайтесь дома.